Сегодня в КРМП 10 друзей собрались на заброшенном заводе в полночь, чтобы найти клад, который остался здесь после его закрытия. Но один из них не простой друг, а настоящий маньяк. Вам нужно смотреть это видео максимально внимательно, чтобы вычислить маньяка, а потом поделиться в комментариях, на кого вы думали. Каждому из нас придется действовать самостоятельно, потому что только один из нас может забрать этот клад. Но повеселиться у друзей, я думаю, не выйдет, потому что маньяк будет орудовать и убивать каждого по очереди. Видео должно получиться интересным, поэтому, ребят, не забудьте поставить свой зверский лайк, а еще начинайте свою игру на 11 сервере Радмир КРМП. Ссылка на скачивание лаунчера, как всегда, в описании. Самое главное, при регистрации указывайте мой ник Роман Кей, а потом в меню указывайте мой промокод Мистер Кей маленькими буквами. Через несколько часов игры за них вы получите 100 тысяч рублей. Итак, что же, пробила полночь, и друзьяшки побежали вовнутрь искать тот самый клад. Сейчас темная ночь, ничего не видно, но все хотят... Господи, что это за чертовщина? Но все хотят найти тот самый клад. Самое главное, действовать нам нужно поодиночке, но быть максимально внимательными, потому что маньяк может подкрасться внезапно из-за угла. Понятное дело, как вы уже поняли, отсылочка нас ведет к игрушке Among Us, только в реалиях КРМП. О, здесь какой-то спуск вниз. Слушайте, здесь столько опасных поворотов. Ой, господи. Так. Не подкрадывайся ко мне сзади. Я не знаю, кто маньяк. Никто не знает, кто маньяк. Он может быть маньяком. Так. Я слышу бензопилу, ребята! Я слышу бензопилу прямо над собой! Так, как выбежать наверх? Где-то здесь. Так, звонит в службу скорой помощи. Ты что, в полицию, что ли, вызываешь? Ты маньяк, что ли? Скала? Дуэйн Джонсон? Маньяк? Я не верю в такое. Я где-то только что слышал бензопилу. Сюда! Кто тут кричит сюда? Что там случилось? Сюда. Все. Ё-моё! Черт побери! Зарубили! Зарубили Аля! Господи, в какое же ты месиво превратился! Так, ребята, все сюда! Здесь убили! Убили кого-то! Я, ребята, знаю, кто маньяк! Я знаю! Я его вижу! Ребята, это было настолько очевидно! У нас здесь друг в маске Джейсона! Он 100% маньяк! Так, все уже сюда сбежались! Ребята, это 100% Фернальдо! Я даже не сомневаюсь... Это ты? Я? Я тут какой маньяк? Я прибежал на труп уже после кого? После... Кто про него сообщил? Тёма самый первый был на трупе. Тёмка, ты самый первый здесь был. Рассказывай, что произошло. Ему уже не помочь. Ну, блин, действительно ему не помочь. Он его бензопилой распилили, как мы слышали по звукам. Я считаю, что это Фернальдо. Судя по его роже, он 100% маньяк. Маньяк, который максимально палится. Я видел кого, но лицо не заметил, он убежал. Ты не заметил лицо, потому что он был под маской. Все, ребята, это 100% Фернальдо. Я видел Тому. Ну, вообще, Тома самый первый здесь был, и он тоже достаточно подозрительный. Тома. Ладно, ладно, ребят, все, давайте так. Давайте посадим, хорошо, давайте посадим Тему в тюрьму, запрем его и дождемся полиции, потому что нам нужно так или иначе найти тут клад. Кто за Тему, говорим? Я за Тему, все, считаем голоса, я Фернальдо, нормально, что ты в маске, действительно, Фернальдо, может, снимешь свою маску уже, у нас здесь все не до шуток, уже все из-под контроля выходит, мы в полночь на заброшенном заводе. Тёмка, если ты маньяк, ты признайся. Все, давайте его сопровождаем в тюрьму, ребята. Главное всем вместе сопровождать его, чтобы, если вдруг, что он никого не зарезал. Кстати, где твоя бензопила? Давай-ка, доставай ее. Так, главное, чтобы там никто не оставался. Ребят, нужно следить. Вам тоже нужно быть максимально внимательными, потому что вы... Так, блин, что он там делает? Очень подозрительный этот Амакей. Вам нужно тоже быть максимально внимательными, потому что если вы заметите какие-то признаки маньяка, которые не замечу я или не заметит тот другой, вы потом в комментариях можете ими поделиться. Но сейчас все подозрения падают на Тему. Хотя, по-моему, звал туда как раз-таки другой человек, но я не помню. Не помню ник его, поэтому пускай. Тёмка, удачи тебе в тюрьме. Ну все, ребят, если он маньяк, мы сможем без проблем найти клад, поэтому оставляем его здесь и продолжаем поиски. Ищем клад! Да-да-да, все, ребят, все. Я самый первый побежал искать клад. Хе-хе, чтобы у меня было преимущество. Так, ну что, внутри я уже пробегал. Я хочу снаружи немного оббежать, посмотреть, что у нас здесь есть снаружи.
Здесь тупик, но в принципе в этих ящиках тоже может быть квад, но судя по всему нет. Ой, ё-моё, на меня ящик напал! Ящик, это маньяк, это ящик, 100%. А чё ты здесь стоишь, Ама? Чё ты здесь ищешь? Сейчас достанет из-за пазухи бензопилу и нападет на меня еще. Так, Алексей тут что-то бегает. Ладно, давайте, наверное, вовнутрь. Я не думаю, что квад стали бы прятать внутри. Вот здесь есть еще какой-то проход. А, это тупик. Блин, здесь столько мест, где может спрятаться маньяк, он может без проблем. Я знаю, ребят, я знаю. Следим. Следим отсюда. Фернальд тут пробежал. Я буду следить отсюда из-за поворота и смотреть, если маньяк кого-то здесь убьет, я 100% замечу это дело. Ты маньяк? Кто-то спрашивает, ты маньяк? Маньяка, что ли, нашли? Так, давайте быстро туда. Идет кровь с пены. Чего? Кого-то зарезали? Так, там зарезали кого? Аму зарезали! Я знаю, кто это. Ребят, я знаю, кто это. Это Алексей. Он здесь терся уже неоднократно. Это 100% Алексей. И наверное, опять же, я не знаю, но он последний раз был самый. Я последний раз, ребят, тут видел Алексея. Я предполагаю, что это он. И он первый же оказался на трупе. Я только пришел. Ты что здесь гонишь? Ты здесь терся уже неоднократно. Ребят, он терся здесь уже много раз. Он наверняка подкараулил свою жертву, прибегал сюда и убегал. Я ушел от Амы, его зарезали буквально через минуту. Я думаю, это он. Подозрительно слишком. Может быть, Фернальдо? Насчет Фернальдо я уже не уверен. Да, он в маске, но здесь я его не видел. Ладно, может быть, спросим у Алексея, видел ли он здесь еще кого-то. Главное, чтобы они не начали подозревать меня, потому что если он сейчас скажет, что он меня здесь видел и подумает, что это я его зарезал, будет не очень приятно. Фернальдо бежал от него. Ты что скажешь свое оправдание, Фернальдо? Но у меня мнение разделяется, потому что я подозреваю сейчас и вот этого вот Майкла де Санта Алексея, и Фернальдо в маске Джейсона. Он был со мной. Так, Гоша за него поручился. Гоша поручился за него. Может быть, это был Гоша? Только что за тебя Гоша поручился. И ты его тут же обвиняешь? Так, все, ребят, я думаю, это он, да. Давайте, отведем его и спрячем в клетку. Юра был со мной, когда его убили. А, он за Юру поручался, я понял. Все, Фернальдо, извини. В принципе, все думают на тебя еще с прошлого раза, ты очень подозрительно выглядишь, поэтому нужно его тоже сейчас обязательно посадить в тюрьму. Но ситуация накаляется, уже два убийства, ребят, и в принципе, внезапно может кто-то убить меня, если это не Фернальдо. Кто знает? Так, здесь, надеюсь, не мертвый валяется? Давай, заходи, Тёмка, в тюрьму. Блин, в идеале было бы закрыть их дверкой, но да ладно. Если кто-то из вас маньяк, ребята, признайтесь сразу, потому что если они не признаются, то мы все равно будем в опасности. Нас здесь еще 6 человек, и каждый из нас, кроме меня, понятное дело, может быть маньяком. Ладно, нужно быть поаккуратнее теперь. Давайте снова отправляться, но обстановка накаляется, обстановка очень сильно накаляется. И, кстати, я не понял, здесь одного человека не хватало все это время? Я вижу скин на миникарте. А, здесь труп валяется все еще, ё-моё, труп смс-ки отправляет, окей, я понял. Так, где здесь еще можно бегать на этом заводе? Здесь я уже пробегал, в принципе, я вниз не до конца осмотрелся внизу, вон там есть какой-то так, блин, вот здесь на самом деле бегать не очень хочется мне, потому что слишком открытое пространство. Так, бежит туда, может быть, он маньяк, он сейчас, смотрите, он... опа, они вдвоем остались, он стоит, караулит, наверное. Так, я здесь подозрительно сижу. У нас здесь много. Маньяк не стал бы здесь палиться. Нас здесь аж 4 человека. Ладно, давайте пробежим дальше. Что здесь? А, ну здесь, в принципе, круговое движение, тупиковое. Здесь особо не спрячешься, и квада здесь нет. Сюда можно больше не спускаться. Тут квада нет. Поэтому давайте возвращаться обратно и искать его там. Так, Алексей тут что-то бегает. Тоже себя подозрительно ведет. Смотрите, куда он побежал? В ту дверку. Ну, в принципе... давайте за ним проследим, может быть, кто-то из них все-таки. Так, слепой здесь бегает. Сюда! Что тут такое? Когда успели? Я даже не слышал бензопилу! Я даже не слышал ничего! Что за бред? Когда его успели убить? Я был с Никитой. Слушайте, ну я находился внизу, и там много кто бегал, и слепой, и вот скала бегал внизу. Когда его успели убить, я не понимаю, может быть, он здесь уже давно валяется. Мне это не нравится, потому что у нас в тюрьме сидит 2 человека, которые 100% не маньяки.
Я думаю, их нужно выпустить. Да, их 100% нужно выпустить. Они на Гошу начинают крындеть, но Гоша со мной был. Ребята, Гоша был со мной. Это 100% не Гоша. Он рядом со мной прямо бегал. Вот Юра, он находился прямо у выхода, а потом я его вроде как не видел. 100% Юра, да. Это Юра, ребят, решено. Я видел Гошу, Алексей говорит, что он был с Никитой. Юра был один на один с Дмитрием. Юрка, если тебе нечего больше сказать свое оправдание, запихнем-ка мы его в тюрьму. Я за. Так, ну все, все за получаются. Юра очень подозрительно себя ведет. Но Юра соглашается. На самом деле, маньяк бы тут же достал бензопилу, мне кажется, начал бы нас распиливать. А мы так спокойно его отправляем в тюрьму. Знаете, пора вызывать сюда полицию. Да, я думаю, так и сделаем. Давайте сейчас спустим туда Юру и будем вызывать полицию. Ну что, у нас в тюрьме уже трое, а нас осталось четверо. И один из нас может быть маньяком. А ты еще что за хер с горы? Может быть маньяк не среди нас, а маньяк вот этот вот парень? Черт, о, блин, это очень странно. Неважно. Ребята, если Юра маньяк, надо вызывать полицию сейчас же. Потому что Юра остался, получается, один на один с двумя нормальными ребятами. Пока что выпускать я их не хочу, потому что маньяк может быть не один. Он может найти себе соучастника, и это реально опасно. Так что давайте вызываем полицию. А пока полиция едет, мы как раз таки отправимся на поиск последнего клада. Очень стрёмная ситуация, потому что здесь уже весь завод, блин, в трупах. У нас в тюрьме сидит 3 человека. Ай, ё-моё. Надо бегать, в принципе, всем вместе, я думаю. Всем рядом с друг другом. Я уже внутри все осмотрел. Там искать больше просто-напросто нечего. Что у нас здесь? Если, наверное, надо все-таки по улице побегать, и этот клад находится на улице, может быть, даже за этой лестницей, то кто-то вообще забегал? Блин, здесь тоже пусто. Может быть, нас одурачили с этим кладом, и мы зря с друзьями приехали сюда посреди ночи в полночь. Так, Алексей бежит. Если ты труп, если ты маньяк, то не хотелось бы... Блин, мне уже стрёмно оставаться с кем-то наедине. Алексей, не беги за мной, черт побери. Господи, так, ладно. Я думаю... Никита, вообще ни с кем не хочется встречаться. Я хочу нафиг Так, Алексей пробежал. Нафиг убраться отсюда я хочу. Это второй этаж, по-моему, еще ни разу не поднималась, кстати говоря. Так, что здесь? Гоша, ты что здесь делаешь? Один, а? Слышу! Снизу! Кто-то только что кого-то резнул. Так, это не Гоша был. Это был не Гоша. Значит, маньяк. Это либо Никита, либо Алексей. Так, погодите. Гоша, погоди. Гоша, туда идти ни в коем случае нельзя. Там маньяк. Прямо за этой дверью. И он ждет нас. Он уже не сможет нас одурачить. Я думаю, мне кажется, или он точно маньяк. Он точно маньяк. Либо Никита, либо Алексей. Гоша, я тебе предлагаю. Идем в тюрьму, выпускаем наших ребят и убегаем отсюда. Ждем полицию. Все, давай, Гоша. Идем быстро в тюрьму, не тупи. Выпускаем их и тут же сматываемся отсюда ко всем чертям. Не понял. Как такое возможно? Как такое возможно, Гоша? Как маньяк смог до них добраться? Он их всех убил. Черт побери, Гоша, погляди, все наши друзья мертвы. Слушай, это очень плохо, потому что маньяк сейчас там, и он уже, наверное, ищет нас, чтобы сделать то же самое с нами. Нам нужно, не дожидаясь полиции, валить со всех ног. А это значит, что маньяком был Леша. И что нам делать? Может быть, Леша, а может быть и Никита, я так и не знаю, кто там, блин, валяется мертвый. Так, что нам делать? Делать нам нужно ноги отсюда, вот что, Гош, нужно делать. Ты как хочешь, а я отсюда убегаю, все. Здравствуй, Леша, здравствуйте, черт, Гоша, прячься! Так, там есть проход, я надеюсь, я очень надеюсь, что там есть проход. Так, я спрячусь вот за этой стенкой, сейчас он пробежит. И я выбежу обратно. Так, он ищет нас. Идет, блин, Алексей все это время был. Я же знал еще с самого начала. У меня было на него предположение, потому что... Так, там Гоша бегает. Я пробегаю. Ха-ха-ха, его одурачили. Че он пешком бегает? Уже запыхался бегать, что ли, туда-сюда? Ха-ха, так, слушайте, надо прятаться. Полиция уже едет сюда. Господи, трупы напоминают эпоху. Надо где-то срочно спрятаться, так, чтобы маньяк нас не нашел. Слушайте, тут есть неплохие коридорчики. Я думаю, можно здесь замансить.
и спрятаться тут. Так, Гоша, сидим очень тихо. Ни звука не издавай, не пиши ничего в чат, не издавай ни звука. Ждем полицию. Эх, как-то страшно, Гоша, черт побери. Ты Дуэйн Скалат Джонсон. Ты должен с этим маньяком на левую и правую с двух ударчиков разделаться. Черт, ладно, я буду прятаться за твоей большой спиной, Дуэйн Джонсон, окей? Хе-хе. Сейчас главное, чтобы все нормально закончилось, потому что если нас маньяк тут найдет, то он, вероятно, нас зарежет. Нужно просто дождаться полицию. Она должна приехать с минуты на минуту. Лучше с секунды на секунду. Гоша, ты куда убежал? Гоша, не шуми, черт бы тебя побрал. Сиди на месте и не дергайся. Гоша, Гоша, я слышу полицию. Вон они еще на карте отображаются, Гоша. Так, все, надо потихонечку отсюда выбираться. Давай, пошли. Идем, 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 идем. Нормально. Главное не напороться на маньяка по пути. Господи, труп очередной, господи, какой ужас. Всех наших друзей Гошка поперебили. Зря мы, блин, приперлись сюда. Кто же знал, что Алексей такой подлюга. Маньяка мака. Малин, разворачиваемся, разворачиваемся. Там есть другой выход. Там есть другой. Полицейские! Уважаемые полицейские! Вы окружены, сдавайтесь! Тут бегает маньяк, он перерезал всех наших друзей. Почему только вдвоем приехали? На него нужно целую группу спецназа. Мы остались вдвоем. Вон там труп. Вон там труп, ребята. Вон труп валяется. Здесь куча трупов. Он одет в пиджак. Не пропусти его. Он в пиджак надет и с бензопилой. Так, я вижу, там еще наряд едет на карте. Это хорошо. Его вроде Алеша зовут. Либо, да, его Алеша зовут. И может быть, вы не будете здесь хмыкать? Блин, мы здесь на нервах. Нужно срочно ловить этого подлюгу. Все, мы будем убираться тогда отсюда. Вот он, блин, ребят, вот он. Это он. Он маньяк. Он маньяк. Ловите его, пока, черт побери, он не достал свою бензопилу. Давайте, ловите его. Так, я спрячусь, пожалуй, здесь. Не хочу, чтобы он случайно меня запилил. Но, по идее, с полицией, блин, там его Скала Джонсона сбивает. Все, Алексея поймали. Но, в принципе, так оно было и правильно. Алексей, как же ты нас развел? Мы ведь его могли посадить в тюрьму еще, ну, наверное, на втором убийстве или на третьем. Потому что я знал, что это он. Ну, как, почему он? Он нас развел, ребят, он нас развел. Сказал, что это другой человек. Но я изначально думал на него. А на кого думали вы? Вот что мне хочется узнать. На кого думали вы? И менялось ли у вас мнение? Дайте знать об этом в комментариях. Обязательно расскажите, будет интересно почитать. Что же, Алексея поймали. Алексея забирают в полицейский участок. Клад мы здесь, разумеется, так и нашли. Но всех наших друзей, к сожалению, убили. Ха-ха. Так или иначе, друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему свой зверский лайк и присоединяйтесь к игре только на 11 сервере Радмир РП. А если вам понравилось это видео и эта идея, самое главное, то дайте мне знать в комментариях, и, может быть, я выпущу новую часть. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и пока.